Ароматный глинтвейн можно приготовить, используя мартини вместо красного вина. По желанию при его приготовлении можно добавить апельсин, мандарин, другие цитрусовые и ванильный сахар. Ароматный глинтвейн можно приготовить заранее и томить горячим под крышкой, добавляя мартини перед самой подачей. По желанию воду можно заменить яблочным, апельсиновым или вишневым соком, а вместо меда добавить сахар. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоки можно использовать любого сорта, но если они очень кислые, то добавьте еще немного меда или сахара. Яблоки разрежьте пополам и вырежьте из них семенные блоки. Промойте в воде и нарежьте ломтиками прямо в кастрюлю или ковш. Добавьте палочки корицы или молотую корицу, звездочки бадьяна и выложите мед. Если вы не любите греть такой сладкий продукт, то вмешивайте его в глинтвейн после остывания напитка. Добавьте нарезку четверти лимона. Влейте воду и поместите емкость на плиту. Отварите примерно 10 минут с момента закипания, чтобы яблочная нарезка отдала жидкости свой цвет, вкус и аромат. Выключите нагрев и влейте в емкость мартини любого вкуса. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Разлейте горячий глинтвейн в чашки или стаканы, подайте к столу. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Яблоко 1-2 штук, крупные. Мед цветочный 2-3 столовые ложек. Вода горячая 250 мл. Мартини 400 мл. Корица 1-2 штук, палочки. Бадьян 1-2 штук, звездочки. Лимон 4 штуки. Количество порций 2-3. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До встречи!